Всем доброго времени суток. Угадайте, где мы? Правильно, мы находимся в офисе Microsoft Украина, в большом зале, где у нас проходил, да? Почему проходил? Вы видите вот эти вот разобранные переноски, разобранные розетки. Проходил Microsoft University, а теперь с этим оборудованием и заранее предустановленными вещами мы поедем по Украинам проводить ТГДС. Вот Вадим пакует, который гаевой, да, пакует кабели. Вадим, как тебе ТГДС? Отлично. Отлично, нравится паковать кабели. На самом деле, чтобы вы понимали, что серверы уже готовы, серверы уже ждут. Харьков первый. Это, знаете, вот эта любимая пленочка, да, которая лопается. Лопаться не будет, она предназначена для того, чтобы выдержать там какие-то сотрясения, удары и так далее. Вот те три сервера, на самом деле 5 серверов, потому что здесь Entry дала 2-юнитовые девайсы, в которых по 2 системных блока внутри. Да, вот. Соответственно, вот они уже упакованы и ожидают своей участи. Тут отдельно, я думаю, предстоит еще как-то спаковать. А ты не пробовал блок питания еще туда положить? Или это от другого? Это от другого свеча. А, от другого свеча, отлично. А, Вадим тут пытается спаковать. А блок, может быть, кабель хотя бы питания туда положить, чтобы я потом не метался среди. Там же он обыкновенный, штатный был. Вадим пытается спаковать отдельный кабелек. Что, это он, да? Угу. Как ты определил. Вот, а мы тут продолжаем пакованца. Как вы видите, тут пакован такой. Этого пакованчик транспортной пленки, все пакованы вот этой вот лопающейся, вот как знаете, там она прикольно так. А? Не дам, не надо портить. Говорят, что это сам. Я смотрел, да, разрушители легенд, как они скидывали в пенопласте, в картоне, а потом обмотав 6 слоями вот это. Тут 6 слоев не получилось, всего 3 слоя, но тоже, надеюсь, выдержит. Если что. Ну а сверху мы еще упакуем это все в обыкновенные карематы. Да, вот они, коврики, с патриотическим видом. Коврики у меня действительно патриотические, но правда уже потрепанные, но вот такая под цвет национального флага. В них мы упакуем серверы и будем ехать. Так что Харьков уже не далее, как в четверг 10 и 11. Донецк 14-15, 17-18 Днепропетровск, да, в четверг, пятницу опять же, потом 21-22 Одесса и тому подобное. Ищутся добровольцы, которые помогут после окончания мероприятия во второй день перепаковать это все дело. Так что Вадим, он первый был доброволец, ему просто деваться некуда было. Вадим, что ты хочешь сказать людям? Приходите на ТГДС, будет интересно. Все? Все, а что-нибудь такое приятное, там, типа, угостите Игоря пивом, а то он совершенно едет без денег, там, или еще чего. Не, не, никак. Ну что ж, тогда ладно, приходите на ТГДС, действительно, там вы увидите серверы Entry, это вычислительный узел из 2 независимых серверов в одном корпусе. Вы увидите там дисковый массив, а то у меня руки трусятся. Все это будет связано сеткой в 10G, я там буду показывать DAS, Desktop as Services, и все эти серверы. А, еще забыл, Kinect. Kinect с Xbox, там он вдалеке, я не буду его сейчас снимать, он там вдалеке, мы будем тоже показывать, так что все, кто еще не смог лицезреть Kinect или не смог поиграть в Kinect, кроме вот этих вот серверов, увидят еще и Kinect. Ну что, Вадим, давай, наверное, паковать эти провода куда-то. Как мы их упакуем? Как-то... А, у нас сумка еще одна есть. Во. Мы еще сейчас в одну сумочку и аккуратненько поедем. Всем спасибо. Спасибо за то, что вы зарегистрировались. Кто не зарегистрировался, заходите на microsoft.ua. Там в подиях для IT-Pro есть TechDays'ы. А, кстати, хочу напомнить, что с четверга, да, с 10-го... Да, будет University Online, посвященный виртуализации. Спасибо, всего хорошего и до свидания. Нет, нет, что ж это? Ну, это был с вами я, Игорь Шеститко, и Вадим Гаевой. Всего спасибо, хорошего, до свидания.